многих странах мира функционирует система медицинского страхования, при которой ответственность за здоровье граждан несет не только государство, но и в первую очередь сам пациент. Скажите, пожалуйста, возможно ли введение страховой медицины в Республике Беларусь, как это сделано в других государствах, в том числе и в России? Возможно. Я сторонник, чтобы развивать страховую медицину, но сразу это нельзя. Надо, чтобы люди к этому были готовы. Я знаю, что медики считают, что обязательно надо ввести сразу страховую медицину, и они станут богатыми потом. Позволит ли это сделать экономика? Поэтому, да, хорошо, страховая медицина сбросила на людей, и будут здоровы. Но надо понимать, что будет потом, последствия. Мы их просчитывали. И на этом этапе мы договорились. Вот бесплатная, вот платная, а вот страховая медицина. Но крен и дальнейшее движение будет в этом направлении, но не сразу.